Привет подписчикам моего канала. Сегодня будем продолжать закаливаться, сделаем немного упражнений на пресс, походим босиком по снегу. На улице примерно минус 12. Мы сделали 3 подхода на пресс, находимся примерно 10-12 минут босиком. Самое главное, тут надо понимать, что этот процесс закаливания непрерывный. И если вы не закаливались, не стоит сразу выполнять такие действия. И самое главное, не надо себя заставлять к этому надо постепенно прийти и чувствовать свой организм. Не должно быть дрожи, разъявшего какого-то состояния, не заставлять себя. Все должно быть постепенно, от меньшего к большему, и тогда у вас все получится. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. В следующем видео я вам расскажу, какие плюсы и минусы закаливания. Всем пока!